начинает свою атаку, атаку своей команды Диак. Один Главина открывается, получает передачу. Входит штрафную. Штрафной, и подкат. Здесь у нас пенальти. Данилюк нарушает правила. Пенальти. Ну, жесткий подкат пошел Тарас Данилюк и немножечко все-таки зацепил он Главину. Ну, на такой скорости игрока можно только немножечко зацепить. Он пропустит. Ну, а пока что, дорогие друзья, все внимание на ваши экраны. Пенальти на 53-й минуте матча. Шинкович разбегается, удар и угадывает Григоренко, но забивает Томас Шинкович. 85 наряду с Жумаскалиевым. Но Жумаскалиев пенальти не бьет, как мы знаем. Но это его, в принципе, единственный гол. Thank you.